Перед тем как перейти по ссылке, нам нужно обязательно включить любой VPN. Только самое главное включайте европейский сервер. Итак как только включили, возвращаемся обратно и переходим по ссылочке на сайт салаhoply.com. Это сайт, где есть все взломки и моды самых популярных игр, но нас интересует только софт, поэтому мотаем вниз до зеленой кнопочки скачать взлом freeFire вот она. Нажимаем. Далее переходим на еще один сайт, и здесь то же самое, мотаем в самый вниз этого сайта, до синей кнопки. И на последнем третьем сайте, все то же самое ждем загрузки, мотаем до низу, до кнопочки, скачать файлы. Нажимаем. Нажимаем на download. Нажимаем.